Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Маргарита Котова. Глядіть у гэтым выпуску. Умацаванне ідэалу міру сярод усіх краін і народаў. 21 верасня адзначаецца Міжнародны дзень міру. Хто сапраўдны ўладар сяла? Сёння ў Рэшыцы прайшоў абласны этап маладзёжнага сямейнага праекта. Канікулы завяршыліся. Гомельскі абласны драматычны тэатр урачыста адкрыў 81 сезон. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Абласны этап рэспубліканскага праекта «Уладар сяла» сёння прайшоў у Рэшыцы. Удзел у ім прынялі 9 сем'яў пераможцы рэгіянальных спаборніцтваў. Згодна з умовамі конкурсу, узрост удзельнікаў не перавышае 31 год, прычым як мінімум 3 гады яны павінны пражываць у сельскай мясцовасці. Падрабязнасці далей у матэрыяле. «Уладар сяла» – самы іміджавы маладзёжны праект у Беларусі. Сёлета ён прайшоў у 12 раз. Арганізатары абласнога этапа – Беларускі Рэспубліканскі саюз моладзі і галоўнае ўправленне ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Гомельскага аблвыканкама. Насколько важен такой конкурс? Конечно же, важен. Это сельская молодежь, которая с утра до вечера в полях. И наша задача, общественное объединение, одна из задач – это организация их досуга и раскрытие их какого-то творческого потенциала. И вот именно конкурс «Властелин села» направлен на это. На набережной Дняпра – подворки переможцев региональных этапов. 9 молодых семей сельской мясцовости. Кажут, что до областного этапа рыхтовались старанно. У Рэшыцы перемагчы жадая кожны у якости узнагороды путевка у Минск, где напрыканцы наступного тыдня в рамках Республиканского форума сельской молоди пройдут заключные спаборництвы. Працовники Гомельской в области, до речи, на их не перемагали николи. Самый лепший выник – летошнее другое место. Хоть с іншого боку, у удельников есть еще больше важная задача – доказать за ўсё самім сабе, наша сям'я лепшая. Самая шматлікая каманда на сёлетнім абласным этапе – ярмольчыкі з аграгарадка Ленін-Жыткавіцкага района. Марына, Міхаіл і 5 дзяцей. Старэйшаму сыну 11 гадоў, малодшай дачцы – 3. Але нягледзячы на невялікі ўзрост, яна ўжо актыўна дапамагае бацькам. Многие говорят, ой, у тебя 5 детей, как ты с ними справляешься? Говорят, я не могу с одной справиться, а тут 5. Ну, как-то, слава богу, не знаю, мне не тяжело. Они знают, что надо помогти маме, они знают, что надо помогти папе, потому что, ну, вместе и садим, вместе и собираем. Гэты дзень удзельнікі абласнога этапу рэспубліканскага праекту «Уладар сяла» запомняць, напэўна, назаўсёды. На працягу амаль 5 гадзін спаборніцтвы ў рэжыме нон-стоп. Выстава прэзентацыі сямейных дасягненняў, візітная картка «Вітаем па-беларуску», конкурс «Сельскія знаўцы» і яшчэ адна прэзентацыя сямейных традыцый. Бліжэй да завершэння спартыўныя гульні і дэманстрацыя на хуткасць магчымасцяў работы з конямі. Жыццё ў вёсцы сапраўды мае свае асаблівасці, прычым удзельнікі праекту кажуць выключна аб плюсах. У нас своя баня, у нас свое подворье, у нас свои какие-то интересы в деревне. Плюс в чем? Дети всегда на свежем воздухе. Нету этой загазованности машинами, как в больших городах. Дети всегда, они развиваются, в принципе, всегда на улице. Они гуляют, у них своя площадка. Ну и мы не очень любим шум, поэтому для нас деревня очень устраивает. По выниках спаборництва у пераможцами областного этапа республиканского проекта «Уладар села» стала семья Яраш из Мазырского района. На другим месте семья Ярмольчик из Житковицкого, на третьем – Хомяковых из Будокошелевского района. Олег Сентеров, Евгения Кухаронок, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель» из Рэшыцы. Згодна з рашэннем Генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, 21 верасня адзначаецца Міжнародны дзень міру. Яго галоўная задача – ўзмацненне ідэалу міру як на нацыянальным, так і міжнародным узроўні. Што для гэтага робіцца ў Гомельскай вобласці, ведаюць нашы корэспандэнты. Беларусь – краіна міру, згоды і бяспекі. Падчас урачыстага сходу, прысвечанага Міжнароднаму дню міру, у Гомелі гэты выраз паўтараецца неаднаразова. Для краіны, якая падчас Вялікай Айчыннай вайны страціла кожнага трэцяга жыхара, мірнае неба – не проста пажаданне. Для дасягнення гэтай мэты робіцца шмат, у тым ліку на рэгіянальным узроўні. Міжнародны маладзёжны лагер міру і дружбы, міжнародныя маршы міру, падчас якіх дэлегацыі абмяркоўваюць актуальныя праблемы сучаснасці, ушануванне чалавека працы, прысуджэнне звання дзіця міру. Гэта толькі некаторыя акцыі, якія праводзіць абласное аддзяленне Беларускага фонду міру. Дарэчы, на наступным тыдні тут па традыцыі плануюць павіншаваць бацькоў, якія народзяць дзяцей 21 верасня. Через 3-4 дня мы абязательна ідём чэствуваць матерей, уручаем ім свідзецельства, што ў іх радзіўся рэбёнак, і уручаем падаркі. Вот за это время, за 12 лет,
которой мы акцию проводим «Дитя мира», по области родилось 714 ребятишек. 21 вересня православные верники будут отзначать Рождество Пресвятой Богородицы. У отповедности с учением церкви, яе нараджение не было подеей выпадковой и звышайной. Ей была отведена важная роль у ожитевлении плану вратования человечества. И яе так само можно назвать миротворцей. Блаженные миротворцы, говорит Господь, обращаясь к нам через свое Святое Евангелие. И вот эти слова, они сегодня звучат настолько актуально. Призыв каждому из нас. Какой бы мы конфессии ни были, какой бы мы были национальности, но созидание мира – это, наверное, сегодня главное во всем мире, то, к чему стремиться должен быть человек. Хочется всем пожелать добра, счастья, любви и мира. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Дарыши, напередодні Международного дня миру Рижицкий район дал старт патриотичному республиканскому проекту «У славу агульной перемоги» у Гомельской области. Митинг и церемония передачи капсул с воинских похований отбылись у парку перемоги. На территории Рижицкого района находится 110 похований у периоду Великой Отчинной войны. Это братские и индивидуальные могилы оборонцев Айчины, а так само похование ахвяр фашизму. З их узята пожмение земли, якая потом змешана у агульную капсулу с гербом района и его назвой. У гэтай дні акция проходит во всех памятных мясцінах Беларуси, где похаваны загинувшие у боях оборонцы Айчыны и мирные жыхары, ахвяры войны. После капсулы с землей будут собраны у крипте храма помника у Минску. Плануется, что урашистая церемония пройдет у 75-й день Великой Перамоги. Подарунки за чистый автомобиль. Областный комитет природных ресурсов и аховы навокольного осяродия и управление ДАИ провели суместную акцию. Яна промеркована до Европейского тыдня мобильности и дня без автомобиля, який пройдет завтра, 22 вересня. А на передодні на площади повстання Гомеля проверяли узровень шкодных выкидов автомобилей. Водители, чьи авто отповедали нормам, отрымливали сувениры. Остатним раяли звернуться до специалистов, каб выхлопы стали шестей. Акрамя того, усіх просили 22 вересня у день без автомобиля покинуть свой транспортный сродок на стоянцы. Колькость авто на дорогах Гомельской области каждый год повялишивается. Узрастает колькость шкодных выкидов. Число транспорта из года в год только возрастает, соответственно, выброс всяких загрязняющих веществ тоже растет. Поэтому, подведя итоги прошлого года, прирост вот транспорта составил почти 2%. В текущем году в Гомельской области все города области присоединились к данному мероприятию. В рамках проведения дня без автомобиля проводятся мероприятия совместно с госавтоинспекцией на проверку соблюдения норматива по выбросам загрязняющих веществ. У Гомеля на улице Каменщикова появился новый пешеходный переход. Особливость элемента дорожно-уличной сетки – объемная разметка. Зебра, выкананная у техніцы 3D. Кожная з полос нагадвае бетонные блоки. По задумцы, такий эфект примусить водителю быть больш уважлівымі і знижать хуткасть. Эфект данной дорожной разметки – это все-таки снижение уровня травматизма на пешеходных переходах с участием транспортных средств и пешеходов. Водители, мое мнение, будут более внимательны при проезде данных пешеходных переходов и будут предоставлять преимущество движения пешеходам. Такий пешеходный переход покуль один у Гомелі. Коли эксперимент будет удалым, 3D-переходы у городе станет больше. ЗАГС онлайн. У Гомелі презентовали новый интернет-сервис. С его допомогой закаханные пары смогут не только вызначиться с датой веселья, але и брать установу, где будут заключать шлюб. Об новых возможностях наш наступный материал. Теперь жихары Гомеля смогут бронировать даты для регистрации шлюбу в режиме онлайн у любой час суток. Пары будут бачить все доступные для регистрации дни во всех ЗАГСах и их загруженность. А кроме этого, на портале размещена полная юридичная информация о послугах и тарифах. Тут же можно спамповать шаблоны потребных документов и связаться с представником ЗАГСа про электронную форму. Мета портала – максимально спростить эту процедуру. Мы идем в ногу со временем. И, естественно, мы все знаем, что молодежь в основном, они все посещают интернет. И им удобно действительно не делать лишних шагов, не приходить ногами, скажем так, в отдел ЗАГСа, записаться по телефону. Да, конечно, потом нужно будет приходить подтверждать это заявление и подавать его, писать, заполнять, естественно. Но люди будут просто знать, что у них уже забронирована эта дата и это время.
Подобные сервисы работают у столицы. Проект «ЗАГСБАЙ» стартовал 5 годов тому в Могилеве. На сегодня им користаются 98% жихаров этого города. Послухами користаются и молодые из районных центров. У Гомельской области портал будет работать у Калинковичах, Мазыры, Жлобине, Речице, Светлогорску и Рогачеве. Это уже признанный сервис в Республике Беларусь. Он был отмечен и Министерством юстиции на столетие отделов ЗАГС, когда было празднование. И я думаю, что в Гомеле он тоже снискает определенную популярность, потому что это удобно. Ну, как и любой IT-проект, он всегда работает на перспективу. Всегда есть что доработать, всегда есть что усовершенствовать. Официально сайт начнет работать 1 кастрычника. Однако уже сегодня все желающие могут протестировать его. Для регистрации необходимо выбрать населенный пункт и потребный ЗАГС. До речи, для регистрации доступны все установы краины. Это значит, что жених и невеста с Речицы при желании могут провести церемонии у Гомеле или іншим городе. Далее треба вызначить дату веселья, а так само унести свои даденные. Про 3 дни можно подтверждать заявку. Правда, для этого придется присутничать особисто. Вероника Гамзюкова, Евген Макеенко, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Яркие премьеры, цікавые творчие проекты, фестивали и обменные гастроли. Гомельский областный драматичный театр открыл 81-й театральный сезон. А пошалося все с вечеры по-французску. Спектакль хоть и не премьерный, однако вельми атмосферный. Как раз подходит для запрошения глядашов у новый сезон. Вы знаете, мы год ждем отпуска, что-то планируем, да? А когда уходим в отпуск, мы ждем открытия сезона. А зрители, когда ты долго работаешь в театре, такое ощущение, что это твои друзья. И вот они пришли сегодня к тебе в гости. Естественно, ты волнуешься, у тебя поднимается давление, тебе начинает что-то потряхивать немножко. Я тоже хожу и волнуюсь сейчас, как нормальный актер. Юбилейный театральный сезон стартовал у заслуженного артиста БССР Федора Иванова. Ему исполнилось 90. Колькость выполненных им на этих подмостках ролей наближается до 200. Не глядя на шановный взрослый, Федор Иванов протягивает репетировать у новых спектаклях и выходит на сцену. Незменным на протягу всей творчей карьеры и до этого дня застается саправды непорушная любовь до родной гомельской сцены, публики и города над Сожем. Я вырос. Я вот не могу представить сейчас вот, а вдруг случится, что не буду я в театре. Дома не смогу, я не смогу. Когда он говорит, буду ли я работать, будете работать, пока хватит сил. Спасибо, я не смогу жить ни одного дня. Вот живите. Конечно. Для этого спасибо. Мы будем вас холить и лелеять. Что дотычыцца ближайших и перспективных планов трупы Гомельского областного драматичного театра, то тут многое покинули у сокрытия, каб заинтриговать глядашоу. Только одну новину раскрыли представникам СМИ. Зараз все силы театра накированы на организацию фестивалю «Славянские театральные сустречи». Его открытие запланировано на 3 снежня. А завершится форум великой урашистостью, юбилейным вечером, присвященным 80-годию Гомельского облдрамтеатра. Гомельская областная организация Белорусского громадского объединения ветераны физической культуры и спорту означает 15-й день нарождения. Гомель стал первым областным центром, у яким появилась такая супольность. Подробности в наступном материале. Филиал громадского объединения ветераны физической культуры и спорту появился в регионе в 2004 году. Первым старшиной областной организации стал заслуженный тренер Беларуси Виктор Анихимовский. Зараз ее узначальвает былый спортсмен и тренер, суддя высшей категории по волейболу Миколай Нилов. По выниках деятельности 2 года запар сярод аналогичных громадских объединений Украины яна займает первое место. В 2015 году мы заняли в республиканском смотре конкурсе ветеранских организаций 3 место, в 2016 году 2 место, и 2 года подряд мы являемся лучшей организацией в Республике Беларусь. Ветеранская организация объединяет больше, как 400 человек, сярод яких первый олимпийский чемпион нашей страны Леонид Гейштар, олимпийский чемпион Игорь Макаров и другие. География деятельности организации включает все регионы в области. Заслуженные ветераны спорта выступают перед молодью, наведывают университеты и школы. Я
яны на сваім прыкладзе паказваюць, што людзі, якія прысвяцілі сваё жыццё спорту, займаюць актыўную жыццёвую пазіцыю і прымаюць актыўны ўдзел у грамадскім жыцці вобласці і рэспублікі. Спортсмены уходят из спорта, не знаю, чем заняться, а возраст, он, годы-то быстро-быстро летят, смотришь, уже и пенсионер. И вот не оставить ни одного без внимания и вовремя подсказать, что есть такая организация, где продолжится хорошая, счастливая спортивная жизнь, где они будут в курсе всех событий страны, что происходит у нас в спорте. Здаваць пазіцыі гомельскія ветэраны не збіраюцца. У планах прыцягваць старэйшае пакаленне да спорту і дарыць магчымасць адчуваць сябе патрэбнымі. Вероніка Гамзюкова, Сергей Нігеревіч, Александр Харлампаў, тэлерадыёкампанія Гомель. Гэты іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да сустрэчы ў эфіры.